Давай, иди с дедушкой. Мне холодно, тут ветер, и я еще в футболке. Нормально? Пойдешь? Пойду. Давай, мам, быстрее. Пленка заканчивается. Перед тем, как ее посадить на эту доску, проводился инструктаж, смотрел. Ну, девушка первый раз пробует, поэтому смотрите, как это выглядит, когда вы только-только начинаете заниматься. Что-то в районе около 100 тысяч. Как я люблю октябрь. Смотри. Там можно без зонтика лежать. Мешает. Светерком. Красота. Не нравится. А Маше не нравится, потому что ей купаться нельзя. Потому что там прохладно. Ее. Ну скажи, как тебе на море? Здорово? Да. Который ищет здесь ваши колечки, цепочки, браслетики. Я думаю, что за день он находит что-то либо по-любому. Вон у нас Маша накупалась, ха-ха-ха. Пришла здесь вот на таком песочке побегать. Ну что, отдыхаешь? Нравится тебе такая площадка? Здоровская? На песочке удобно, да? Очень. Очень? Папа, я пошла на эту площадку. Беги, беги.
домашки, в которых можно посидеть с детьми. А здесь кофе, пожалуйста. Пока играют в общем, вот так вот мы проводим свои выходные в семейном узком кругу. Всем пока!